партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Вчера партизаны, но покинули родной. Победа одна на всех. Более 100 народов из 16 республик бывшего Советского Союза вместе защищали свою родину. Победа в Великой Отечественной, подвиг многонациональный. Армяне и татары, украинцы, грузины, осетины – каждый народ внес свою лепту. Многонациональный концерт – подарок ветеранам от творческих коллективов многонациональной Самары. Я безумно рад, что сегодня есть возможность нам сказать вам слова благодарности. Сказать, что вы являетесь гордостью нашего народа, советского народа. Что благодаря вам на сегодняшний день мы живем и процветает наша Россия. Героизм, самоотверженность ветеранов – пример для юного поколения. И сегодня о подвиге помнят даже совсем юные самарцы и благодарят в стихах. Мы помним и уважаем спустя 70 лет. С победой вас поздравляем, таких больше нет побед. Этот праздник навсегда останется в наших сердцах. И переоценить его значимость просто невозможно. Ведь благодаря вам, вашему героизму, мы можем строить свое будущее. Ты стоишь и молчишь у святого огня. Артисты на сцену выходят с непривычным волнением. Гости особенные, им отдают все сердце. Вот это приятно, очень приятно, когда помнят, когда нам напоминают, даже пришлют какое-то письмо и благодарят, там пишут. Знаете, приятно. Перед юбилеем, 70-летием Победы, ветеранов войны поздравляют все национально-культурные центры Самары. И каждый отдает частичку себя. И вновь чувствуется единство непобедимой многонациональной страны. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.